Сотрудниками полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии были задержаны жители Челябинской области, совершившие угон автомобиля в Магнитогорске. Дежурную часть отдела полиции Левобережной УМВД России по городу Магнитогорску обратился 43-летний магнитогорец. Потерпевший пояснил, что в ночное время совершено хищение его автомобиля иностранного производства, оставленного на неохраняемой автостоянке. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии на территории Карталинского района задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались ранее судимые жители Челябинской области 1983 и 87 годов рождения, не имеющие постоянного места работы. Установлено, что автомобили они похитили с целью дальнейшей реализации. При проведении обыска сотрудники полиции обнаружили государственные регистрационные знаки близлежащего государства, которые злоумышленники планировали установить на автомобиль с целью пересечения государственной границы, а также документы на транспортное средство с признаками подделки. Следственной частью Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владельцу.